Всем привет, ребята. Мы продолжаем спасать позиции. Спасли сейчас очень красиво. Давай, Никита, твой любимый дебют. Под конец там уже и позиция начала перекручиваться помимо времени. А это мой любимый дебют? Да. Понятно. Давай b5 тогда. И сейчас на слон b5, конь a6. Ну ты не понимаешь ничего. Сам ты ничего не понимаешь. А мы не можем не бить его. Давай, дебют бешеного ферзя. Да Нет. стой, 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 да не надо, Никит. Вот. Посмотри, какой перевод в атаку. Ну ладно. Ничего ты не понимаешь. И тихо, тихо, тихо. Вот. Все, играй. Не, лучше расставлять фигуры буду. За что мы отдали пару пешек? Как за что? За быстрое развитие. Это не видно. О, смотри, F6, знаешь, с какой идеей? Ну. Король B7. Ой. Больно. Да, немножко побаливает. К сожалению, постоянно у него есть ход ферзем. Ничего, пошла борьба. А, сейчас пешки, пешки наши сейчас пойдут, ребята. Смотрите все, это магия. Как поймать коня? Ну, прогнозируй, Никит. Мы выиграем. Уверен? По позиции через 25 ходов. То есть к 40-му. Да. Ну зачем ходить d5? Чтобы он d5 не пошел. Ничего, в полном серьезе. Ну надо уже g5. Пешка b. Ой. О, напали на мат. Круто. Давай. Какой рейтинг у человека, что он надевает такую штуку? Ну, по 2000, я думаю. Замечательно. Давай здесь на паузу. И следующий. Так, мы продолжаем. Тихо, так. Теперь я буду шустрить. Так, я хочу отдать все 8 пешек. Ты хотя бы возьми что-нибудь. Вот сейчас надо на b2 брать. Да. Не, в такой позиции не отдашь 8 пешек. Слишком сложно. Вот он не возьмет сейчас. Взял. Спокойненько. Так, здесь самое главное не зевнуть. А, вот он план. Я нашел план. Здесь отлично. Атаку. Ферзь h4. А, да. Так что ли надо? Да, 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 уже, по-моему, достаточно. Ну, хорошо. Да, ладно, играй. Хорошо, испортил. Ну, здесь ты мог и без меня ход сделать. Ну, да, король d3 единственный. Сколько я дал пешку? Всего 4. Мы будем бить рекламу. Король c4. Мощно. Там тут же нет ничего. Да, абсолютно ничего нет. Так и надо играть дебют. Ну слон h6, что он думает? Он шокирован. Сейчас он пойдет даже 8 после ферзи, один мы выиграем. Ну отошли. Только на b5 видим. На b4? На b4. А, на a5. Я не знаю. Мне кажется, на b4. Мне кажется, на a5. Чтобы не был конь a6. Чтобы это выглядело более вызывающе. А теперь можно и обратно. Ничья в повторении ходов. Да нет, это же не ничья. Сейчас ферзь c5, король b3. Ничего, бегаем. Никит, знаешь, что мне это напоминает? Шведский шахмат, вот когда тебя ногами пинает, ходов 176. Ферзь d4 надо. Так. Ходов 176 там подряд ногами пинает. Шах. c1. Ферзь идет, король a1. Кто бы мог подумать, что король окажется на a1 так быстро. Ха-ха.
Так, ну что ты мне скажешь про позицию? О, он съел еще одну мою пешку. Ты знаешь, позиция плохая, если мы не выигрываем. Хорошо сказал. Не понял. А, стоп, можно же ферзя поймать. Да, как? А, ферзь Е5. D6. А, ферзь Е7. Слон ушел. Ферзь D8, ладья B1. Хорошо, не. Давай проверим. От D6 воздержаться невозможно. Шаг. Ну да, значит мы выигрываем просто. Шах. Может ладья b1 сначала? Какая разница? А куда он? Ну сейчас он уйдет. А, уйдет и получит мат. Значит мат. Вот видишь? Я тоже умею спасать позиции. Да. Мат. Победа. Что за бред происходит? Что он это вот? Посмотрите, вот дебют замедленно. Замедленно повторю. Кстати, у человека за 200. У человека просто за 200. Ну вот. Да. Движок. Движок. Минус 2. Когда король был на там. Смотри, всего минус 5. А, нет, минус 12. Обидно. Под c6 решающая ошибка. Король опять, посмотри, первая линия. Точнее, чем на b4, понимаешь? Это заманить коня на b7. Теперь всего минус 1. Посмотри, плюс мы упустили короля 4, которая выигрывала. Как я... Короля 4 плюс 2. За бред. Позицию надо фотографировать. Король b2 ухудшила позицию до равной. Динамическое равновесие, вечный шаг. Ну и тут я уже не упустил своего. Видишь, плюс пошел. И ферзь e5, видимо, первая линия, да, тоже была? Не первая, но не, перевес не теряет. Перевес. Как ни странно, ладья f4. И на взятие ладья f1. Поэтому пришлось бы так брать ферзя. Вообще у нас лишний ферзь, почему минус-то? Стран. Когда у нас плохо, у нас выиграно. Король А4. Не, ну вот это, король, если бы нашел бы короля А4, было бы красиво. Всем спасибо за внимание. Идея в том, что ферзь Е1 грозит, понятно.